Свершилось чудо! Go Centaur. Go Starliner. Godspeed, Butch and Sonny. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, ignition, and liftoff of Starliner and Atlas V, carrying two American heroes, drawing a line to the stars for all of us. После всех задержек и переносов Boeing Starliner так и полетел в космос с экипажем. Как заметили в комментариях под предыдущим видео, вот такие параноидальные предосторожности и отмены в самый последний момент нужны для того, чтобы показать этот корабль в наилучшем свете, что вот это первый полет, и наш аппарат просто великолепен, без сучка и задоринки, все прошло абсолютно гладко, что особенно важно показать с учетом затянувшейся, скажем так, истории этого аппарата и не совсем ясных, или можно даже сказать, туманных его перспектив. Ну, наверное, он будет использоваться, потому что, ну, вот есть штука, летает, почему бы и нет. В любом случае, такой принцип, когда даже самые, казалось бы, незначительные какие-то огрехи в работе систем, а тем более значительные огрехи, когда они приводят к отмене старта и позору на весь мир, такой принцип или такой протокол работы я бы назвал именем космонавта Комарова, если вы понимаете, о чем я. Почти наверняка уважаемые эксперты уже заточили свои карандаши и наперегонки несутся разоблачать и опровергать этот испытательный полет, несмотря даже на то, что он совсем не на Луну. Потому что слыханное ли дело, что у американцев, которые тупые, ничего не умеют, ничего не знают и только крадут у всех. И вот у них, у этих идиотов, уже второй тип пилотируемого космического корабля появился с момента снятия шаттлов с эксплуатации. А когда Орион полетит с экипажем, то будет уже и третий. Разве же можно такое допустить? Ну, конечно, нет. Потому что у России-то, которая передовая космическая держава, ну, сами знаете. В комментариях под предыдущим сюжетом вовсю резвится наш старый знакомый Маврикиус. Вернее, резвился. Но это я забегаю вперед. Напомню, что именно он грозился со мной покалякать, если я приду на бенефис Коленвалова в Иллюзион. И не пришел. А потом начал отмазываться географическими причинами и тем, что ему нужно было, чтобы кто-то это записал и выложил. И поэтому он пошел, значит, на такую тактическую хитрость. На провокацию. Ну, понятно, да, просить своих или тем более самого тщеславного телеэкстрасенса поделиться записью этого выступления Маврикиусу сыкотно, а вдруг откажет. Поэтому самый честный луноборец пошел на тупой обман и заодно прославился как трусливое чмо. В общем, он и раньше демонстрировал поразительную гибкость суждений, а в этот раз превзошел сам себя. Но сначала снова цитата слов космонавта Савиных. Вот смотрите, вы когда возвращались из космоса, первые полеты, они же были не такие долговременные, то вас на Земле встречали на носилках, правильно? Нет, меня встречали не на носилках. Многих встречали на носилках. Ну, многих. У меня первый полет тоже был длительный, 75 суток. И вы без носилок? Вы сами своими ногами шли? Да. Я своими ногами шел. Ну, вы вятский человек, вы такой сильный. А вот что пишет Маврикиус по этому поводу и заодно о том, зачем он постоянно повторяет одно и то же вранье. И ничего, что Савиных летал на станциях, где есть кое-какое пространство и достаточно места, чтобы делать простые упражнения на тренажерах. А бравые ковбои якобы летали на джеминаях в консервных банках, где толком не повернешься.
и налетали 14 суток. И через полчаса после приводнения уже бодро маршировали по палубе корабля. И улыбались. Они улыбались. Вот же суперлюди. А наши Николаев и Севастьянов были еле живые после почти такого же срока, 18 суток, в более просторном союзе. Тебя не переубедить, как и твою паству. Меня-то можно переубедить, да. Нет, меня нельзя. Они не летали и все тут. Не летали. Нельзя переубедить. Не летали и все. Я указываю на факт подлога с твоей стороны, случайно зашедшим зрителям. Кстати, запомните этот твит. Примеры с полетами на станцию невалидны в контексте обсуждения состояния космонавтов, летавших внутри корабля. Это факт и точка. Понимаете, да? Полеты Савиных в расчет не принимаются, потому что они были на орбитальную станцию, где много места и можно заниматься физкультурой. Причем Маврикиус ведь смотрит все мои видосы, ну или почти все, поэтому не может не знать о том, в чем причина такого плохого состояния Николаева и Севастьянова. Я кратко напомню. Во-первых, это был первый продолжительный полет для советских космонавтов. То есть у них не было опыта последовательного наращивания продолжительности полетов. У них были, не только у космонавтов, скорее у медиков, были некие представления о том, что может произойти, да, но они, судя по всему, оказались неполными, во-первых. Во-вторых, космонавты игнорировали или пренебрегали рекомендациями медиков. То есть там некие защитные меры были реализованы не в полном объеме, плюс космонавты, ну, вот, увиливали от своих обязанностей, скажем так. Плюс к тому и Николаев, и Севастьянов оба были курильщиками, а Николаев к тому же еще и в возрасте. Ну, таком не слишком большом, но все-таки. И по совокупности всех этих причин несложно догадаться, что последствия более продолжительного полета, чем в случае американцев, могут быть иными, как оно и получилось. И Маврикиус все это прекрасно знает, потому что я это не раз рассказывал. А это значит, что Маврикиусу насрать и на факты, и на точки, когда они противоречат его убеждениям. Ну ладно, читаем дальше, причем ту же самую ветвь комментариев. Объясни, Женек, почему 50 лет назад Не могу произнести это слово, так я их ненавижу, этих астронавтов. Бодро выпрыгивали из Аполлона на надувную лодку. Объясни, а сейчас из дракона их таки выносят на носилках? А? Понимаю, это не самый простой вопрос, да, но все же попытайся не впадать в ад хоминем и прочую излюбленную демагогию верующих в вознесение Аполлония. Это неправильные верующие. Вот я правильный верующий. Я верую в нелетание священное. Священное нелетание истинно, ибо оно верно и не подлежит никаким сомнениям. Именно в этом и заключается критичное мышление. Нельзя сомневаться в нелетании. Потому что, когда начинаешь действительно скептично мыслить, то можно до такого... Не-не-не, меня нельзя переубедить. Я скептик, понимаете, скептик. Поэтому меня нельзя переубедить. Вот, а теперь Маврикиус приводит пример неких современных астронавтов, выносимых на носилках, и тупо врет про
выпрыгивающих астронавтов прошлого. Врет потому, что не может не знать, что они не выпрыгивали, они перелезали или вылезали, причем не без помощи спасателей. Немножечко другая кинематика процесса, так сказать. Но удержаться от вранья Маврикиус, судя по всему, уже не может. Вот как доктор Ватсон из одного мерзкого анекдота. Ведь он же за правду, да, он же борется с мировой закулисой, поэтому он постоянно врет. Даже в таких мелочах, где это совершенно как бы не обязательно для поддержания его нарратива. Ну а то, что для выноса кого-либо на носилках, эти носилки сначала нужно туда занести, а в драконе для этого тупо нет места, это уже так, мелочи. А теперь подумаем вот над чем. Вот эти сегодняшние космонавты или астронавты, выносимые на носилках, они же типа летали на МКС, где много места и можно заниматься физкультурой, не так ли? А почему же их выносят на носилках? Логично предположить, воспользовавшись при этом методом Елхова, что МКС вовсе не существует, и тогда это все объясняет. Да, Маврикиус, ведь ты к этому нас подводишь, не так ли? Когда какие-то факты подтверждают твое мнение, то это хорошие, годные, правильные факты. Даже если преподносить их однобоко и вырвав из контекста. А если какие-то факты противоречат твоим убеждениям, то это плохие, никуда не годные. Это даже не факты, а вообще не весь что. Это можно игнорировать, высмеивать, перевирать, извращать и делать вид, что так и надо. Да? Угу. Но все же, как быть с тем, что космонавту Савиных не понадобились ни носилки, ни реанимация. Может, он летал по павильонам Мосфильма? А, Маврикиус, может, Земля плоская? Тем более, космонавт так нервически смеется в ответ на вопрос, плоская ли Земля. Что-то скрывает явно. Я думаю, что она круглая. Упоминая программу «Аполлон», Маврикиус изощряется в красноречии. Много букв, сложные слова, и вообще я не читал. А то, что прочитал, то не понял. А по существу так и не было конкретного ответа по факту того, что за 50 лет Ух, гады, как я их ненавижу! За 50 лет они стали куда менее бравыми и ловкими в первые минуты и часы после приземления. И почему-то более не проделывают кульбиты с перевылезанием из консервной банки в надувную лодку, а таки падают на носилки. Я раньше писал, что их выносят, но они их не выносят. Они сами перелезают, но это не кульбиты. Нет. То есть, когда ему на его настойчивый вопрос был дан ответ, причем уже не в первый раз, то это значит, что ответа не было. Угу. И вот этот процесс, когда астронавты при помощи спасателей перелезают из спускаемого аппарата в лодку, он называет кульбитами. И как бы просит объяснить, как такое возможно, если современные космонавты или астронавты безо всяких кульбитов перелезают на носилки. При этом Маврикиус наотрез отказывается отвечать на вопрос о том, в чем принципиальная разница между, с учетом контекста, между носилками, куда команда спасателей перекладывает астронавтов из современных спускаемых аппаратов между носилками и резиновой лодкой, куда другая команда спасателей перекладывала других астронавтов 50 лет назад. В чем принципиальная разница? Туда перекладывают, сюда перекладывают. Здесь астронавты сами выкарабкиваются из спускаемого аппарата. Там
космонавты или астронавты сами выкарабкиваются. Здесь их куда-то дальше везут, здесь их куда-то дальше везут. Где принципиальная разница, Маврикиус? Можешь не отвечать. Да у тебя и не получится. Но вы не подумайте, чего плохого. Маврикиус же не какой-нибудь бездумный верующий, не обладающий даже зачатками критического мышления. Нет, все наоборот. Поэтому, задавая вопросы, он игнорирует ответы, если они ему не нравятся. А сам что-то сопоставить, поразмышлять над этим либо не хочет, либо, что более вероятно, не может. Без методички особенно. А в его методичке ничего нет про то, что в данном контексте и лодка, и носилки — это, в общем-то, одно и то же. Это некая платформа, на которую можно переложить уставших от полета астронавтов и перетащить их в более комфортные условия. Нет, Маврикиус об этом подумать даже не может, потому что это харам для него, это святотатство, богохульство практически. Его могучего интеллекта хватило только на упоминание волнения на воде и на попытку выстебать мой комментарий ко времени его ответа уже час как исправленный. Попробуй сам вылезти из консервной банки в надувную лодку, качаясь на океанских волнах, и расскажешь нам, как ощущение, что это никакие не кульбиты. Мы тебе все равно не поверим, но ты попробуй, за свой счет. Сделай консервную банку размером с этот самый, посиди там 14 дней в невесомости, еще это самое, да, в невесомости 14 дней, давай, за свой счет. А я скажу, что это все равно фейк, потому что я скептик, у меня критичное мышление, ну так, не переубедишь ты меня, никогда. Ты хоть посмотри видео, как они выходят из дракона. Да, я знаю, что ты уже откорректировал свой комментарий час назад, и я отвечаю на его предыдущую версию, но мне насрать! Я имею в виду, я отвечаю на предыдущую версию, потому что не заметил, что ты откорректировал этот комментарий. Короче, ты хоть посмотри видео, как они выходят из дракона. Я написал «выходят»? Блин, зачем я написал «выходят»? Все ж поймут, что... Ладно. Про какую лодку ты сейчас написал? Где там лодка? Ты там просил, чтобы тебя больше не обижали. Вернее, ты просил, чтобы я больше не хамил. Ну как же можешь не хамить-то? Подпиндосник! Ну ты иногда такую дичь поришь, что сдержаться сложно. Но я постараюсь. Так вот... Дракона сначала погружают на палубу, потом открывают люк, внутрь заходит чел из команды спасения. Да, я сам все это видел. Да, внутрь прям так туда заходит. Прям вот и пошел. Ага, да. Ты же не будешь вставлять видео с тем, как это на самом деле происходит? Тогда все сразу поймут, что... Не поймут. Твои зрители тупые. Я умный, я скептик. Ладно. Короче, внутрь заходит чел из команды спасения. Страна! Ух, как я их ненавижу. Страна! Этот, короче, кое-как вылазит. Ему активно помогают, держат с двух сторон под руки, кладут на носилки и уносят. Казалось бы, зачем такие сложности, если можно по старинке заставлять людей выпрыгивать?
Хоть они этого и не делали, но они уже выпрыгивали. У меня так вот в методичке... Какой методичке? Я сам все это видел. Да, они выпрыгивали. И качающиеся на волнах капсулы прямо в лодку. Не в том ли дело, что такой способ спасения – это полная хурма во рту вяжет. Чреватое падениями в воду. Что тут летает какая-то? Насекомые какие-то. Не летали. Вот сейчас не летают, значит и тогда тоже не летали. Чреватое падениями в воду. И никто не будет так рисковать экипажем. Реально, только что вернувшимся из космоса и находящимся поэтому далеко не в, не в оптимальных физкондициях. Я лучше знаю, кто будет рисковать, кто не будет, кем рисковать, как рисковать. Это мне известно, потому что я скептик и мыслю критично. Да. И только ковбои, которые никуда не летали, могут на раз-два такие ловко перебираться в лодочку. И вспоминать примеры того, как приземлялись шаттлы, пилотируемые этими самыми... Не будем. Короче, примеры полетов на космические станции не могут быть валидным примером для хорошего состояния, поскольку на станции условия лучше. А вот для плохого могут, потому что на станции условия лучше. Ну да, на станции условия лучше, поэтому... То, что вестибулярный аппарат астронавтов, особенно имевших опыт боевого пилотирования, был измучен тренировками уже задолго до полетов, как и то, что приводнившиеся драконы сначала какое-то время болтаются на волнах, затем их вертолетом тащат к кораблю, где вскрывают, вытаскивают экипаж и так далее, все это Маврикиусом наглухо игнорируется, потому что иначе аферу не разоблачить. То, что драконы изначально проектировались под посадку на сушу, а не на воду, и после этого перенацеливания их конструкция поменялась не так, чтобы очень сильно, там поменяли развесовку, да, но все-таки. И из-за этого целесообразность открывания дверей, пока дракон болтается на воде, скажем так, сомнительна, это все для Маврикиуса полная хурма. То, что современные стандарты безопасности несколько отличаются от того, что считалось приемлемым полвека тому назад, это для Маврикиуса вообще запредельно сложно, непонятно, и такие соображения он считает заведомо ложными и придуманными задним числом. К слову сказать, вот американский набор юного физика-ядерщика. И в составе этого набора есть принадлежности с настоящими радиоактивными веществами. Самделишными. Оно фанило. До сих пор фанит. Этот набор продавался совершенно спокойно. Он был очень дорогой, да, но тем не менее его можно было пойти и купить. Вы можете себе представить, чтобы сегодня в магазине игрушек продавалось бы что-нибудь радиоактивное? И вот это постоянное хамство Маврикиуса, его высокомерие, скажем так, вместе с постоянной же обидой на то, что ему грубят, что его всерьез не воспринимают и вообще не уважают, это все в целом тоже смотрится весьма забавно и очень характерно. Либо это очередная стратегическая хитрость. Да, Маврикиевна? Ты ведь именно этого добиваешься, чтобы я тебя заблокировал? После чего ты с победным воплем побежишь рассказывать о том, как они там борются с инакомыслием, как они подавляют свободу слова и вообще, как у них там нет методов против Маврикиуса. В этом и состоит твой очередной коварный план, да?
Так что нет у вас методов против Коти Топрыкина. Ладно, хорошо, поведусь и на эту провокацию тоже. Мне это, в конце концов, ничего особенного не стоит. Раз Маврикиус так страстно вожделеет оказаться забаненным, то быть посему. Однако, если он здесь появится еще раз, и неважно в каком виде, натуру не спрячешь, все равно будет понятно, кто это такой, то забаню сразу же, как только увижу, без каких-то разговоров. Пошел нахер. Мое терпение и доброта, хоть и очень велики, но не бесконечны, а вот этот трусливый и лживый мудак, скрывающийся под псевдонимом... Кстати говоря, луноборцы так часто попрекают меня то, что я использую псевдоним, а не свое паспортное имя, мол, есть что скрывать. А когда они сами так делают, то есть что скрывать. Так вот, под псевдонимом Маврикиус свой кредит доверия давным-давно исчерпал, а его хитрые отмазки и постоянное наглое вранье надоели мне еще раньше. Все, баста. Беседовать с таким скользким демагогом – это себя не уважать. Простите за резкость речи, если кого покоробило. И на сегодня это все. Thank you.